Выполнение капитального ремонта в многоквартирных домах Люберецкого района идет с опозданием. Об этом заявил начальник городского управления ЖКХ Эдуард Сигалов. Пути решения проблемы искали представители администрации совместно с управляющими компаниями в ходе заседания оперативного штаба. В Люберецком районе запланирован капитальный ремонт в 49 жилых домах. Из них в 11 обновят кровлю, в 20 – фасады, а в 18 – систему центрального отопления. На всех объектах работы выполняются, но не везде удовлетворительными темпами. Организации, которые отстают от графика, предоставляли гарантийные обязательства на имя главы района и города о завершении работ не позднее 30 сентября. Однако данное слово сдержали не все. Подрядная организация строительной технологии. Задачи справились не до конца, не завершены работы в городском поселении Краскова по центральному отоплению. Тепло отсутствует в трех многоквартирных домах. В целях исключения срыва отопительного сезона региональному оператору и Министерству ЖКХ Московской области направлены письма о сложившейся ситуации. Организация гарантировала завершение ремонта кровли до 10 октября, но на сегодняшний день работа выполнена лишь на 46%. Еще одна проблемная компания «Квант-ТМ» обещала справиться с задачей до 1 октября. Но на сегодняшний день документы фонд капитального ремонта сдает только одна организация из четырех. Это Люберецкий городской жилищный трест. Луиза Егиазарян, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение.